Fluttershy. Здравствуйте, с вами Fluttershy 2013, мы продолжаем проходить игру «Край эфира». В прошлой серии что мы сделали? Мы нашли какое-то метро, но туда нельзя было попасть, и даже новых врагов, которых мы увидели в конце предыдущей серии. Вот. И в итоге мы шли по каким-то там проходам, и встретили опять этого бензопильщика, от которого мы убежали. Пройдя какие-то, ряды, не знаю, всяких, проходов, в данном случае, набережная вот там, и еще паркуром позанимаясь на домах, мы в итоге дошли до некого колледжа, в котором мы нашли отвертку. И в итоге, по идее, отвертка надо было открыть тут этот щиток, где находится предохранитель, необходимый, чтобы попасть в метро. Сейчас мы пойдем к нему. В прошлой серии я что-то струсил и не захотел как-то. В принципе, как-то уставший был. Сейчас, наверное, все будет нормально. Так, я отвертку уже открыл. А, точно, у меня же пистолет остался в одной из этих классов. Вроде... Да, вот он. ВП-70, точнее. Ножа у меня нет уже. В принципе, нормально. Так, ничего нормального. Два патрона. Перезарядимся. Удобно, что 9 магазинов патронов. Так. Окей. Открываем эту дурацкую дверь. И вот наш щиток. Ну, я готов. О, май год, сука! Где патроны? Тупой пистолет! Сука! Блин, а! Я ненавижу этот глючный пистолет! Ни хера не видно! Что это за тварь? Пиздец! У меня вообще жизни нету, охеренно! Yes. Ну и музыка. Вроде тут какой-то трэш, как я и говорил, начался. Инвентарь фул. Офигеть. Так, мне этот предохранитель нужно взять, но у меня места нету. Че выкинуть? В принципе, пока я его оставлю как есть. Все надо посмотреть, что тут творится, блин. Сволочь. Куда пистолет делся? Нихера не вижу. Ох, не! Сука! Где патроны? Патроны! Да дробовиком к чертовой матери вас! Ебать мне в рот! Я ненавижу этот пистолет! Лучше, этот... Блин, что ты жмешь? Неудобно, когда выбираю оружие, все равно игра работает. Никакой паузы даже нету. Уроды. Так. Аккуратнее. Тут еще куча тварей таких может быть. Где угодно. Не? Аккуратней. Да, тварь? Нет? Так, дверь... А, это дверь за... Подожди. Записано выход. Вот сюда надо будет как-то раз... Она закрыта, они... Не открывается вообще прям. А закрыта на ключ. Так. Так, это... Вообще нахер бежать отсюда нафиг. Через этот выход. Блин, все выключено. Это музыка тоже замораживающая. Заперто, ну вообще. Ключ? А это же автоматические двери. Электричество выключилось, конечно, не будет работать. Ключ, да? Ладно, выбросим ВП-70 пока что. Класс... От классной комнаты, да? Я, по-моему, догадываюсь, откуда там.
Там наверняка этих тварей стойка уже выросла. О, ладно. Да, они, наверное, няшки. Нет? О, блин. Иди отсюда. Вот оно, оно. Тварь не такая вообще. Без кожи, блин, какая-то херня, блин. Сука. Сдохни. Сдохни. Перезарядиться. Я зря столько обоев накопил. Еще дверь вылупил. Ничего нету. Какой, знаете, классная комната. Заперта. Страхово, блин. Так, аккуратно. Ой-ой-ой-ой. Еще одна тварь. Все, рип. Заперта. А, вот тут что ли? Да. И что же тут? Да, что ли? А, разбить стекло за ключом. Даже тут ключ, что ли? Так, не хочу тратить. А патроны поломаем по старинке. Нет. Ну так. А, просто. Так, ключ от выхода. Пожарного выхода. Я понял, какой, для которого там был. Ну вообще, блин. Черту! Нахер отсюда идти! Черту! Никого больше нету? Рип? О, музыка кончилась. Окей. Окей, так, ну идем. Да подожди. А я же пистолет забыл. Ладно, ну давай сейчас вернемся. О! Спокойненько. Так, дождь пошел. Так, обратно. О, музыка спокойно опять началась. Ой-ой, что за лаги? Так, значит, я вышел оттуда. Ну, пойдем за ключом. Этим ключом за пистолетом. Фу. Все твари сдохли. И это хорошо. Нахер с этого места, не хочу тут находиться. Пофиг. Кыш отсюда. Фу. Сюда. Ну и отлично. Так, сейф. Удобно что тут сделать. Ну теперь, значит, у нас есть... Нихера у нас, я тебе забыл взять предохранитель. Но мне все равно надо что-то выбросить будет. А, ладно, тут оставим пистолет. Вообще нахер мне он нужен? Из него пойдут. И так патроны дофига. Блин, предохранитель где оставил, не помните, блин? Хотя я вроде помню, это там, где я его видел. Да, вот тут. Здесь больше никаких тварей тут нету. Да, вот. Интересно, зачем эта дверь была, где тут ничего нет? Типа шкафа? Где сидел монстр, интересным образом. Который ненавидит свет, видимо. Раз свет он ничего не делал. Ну ладно. Окей, пошли обратно. Интересно, новые твари появятся тут? А, блин, это комната с бензопильщиком, коридоры, блин. Переулок. А, сохраняться не буду. Кофе, сохранение. Окей, пошли. Обратно. Так. А, удобно сократить путь. Ха. Чтобы не лазить через эти опять по этим штукам. Надеюсь, я ничего не забыл, не надо сюда больше возвращаться. Главное, чтобы врагов никаких не было. Заперто. Ненавижу тут.
Вот тут там какой-то монстр вылез гигантский. Нахер отсюда. Улю, быстрее, быстрее, Саймон. Беги, 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 беги. Молодец. Так. Ничего нету. Ладно. А, мы всех тут же убили. Окей. Опять место. Здесь нету безопищика. Фак. Я вип. Чем мне делать? Где он? Блин. Как он там тут стоит. Ебать мне в рот. Чё это за звук страшный, у кого-то он тут. Вдруг он и правда тут. Сам на чае. Пиздец. Надо всё-таки переулки делать. Чёрту! Нахер, только выйди, блин! Отсюда вылез. Дверь сломал. А чё это за звук был? Он что, просто так, что ли? Я не думаю. О, вот там был. Вот эта дверь, куда я вышел. Дверь не поддается, я не могу ее открыть. Я же отсюда пришел. Блин, я ни сюда не хочу. Безопищик? Ой! Блять! Да сдохни! Все, рип. Нафиг отсюда, вдруг он еще за. Это безопищика нету больше? Ну и ладно, хорошо, что он убежал отсюда. Ломать! Да ты что, косой? Пофиг. Нафиг. Фу. Сейф. Спасибо. Ой-ой. Интересно, почему эта дверь не работает? А, я сохранился же только что. Так, один патрон в запасе? Нет. Сука. Какая-то серия страшная немного. Страшнее, чем было. Так, все. Опять эта музычка интересненькая. Интересно, мост появились, но мне. Ну что, завис? А, загрузился, так долго у нас. Так, никого. Нафиг отсюда валить. Перед этим сохранюсь. Никого нету. Отлично. Все, у меня предохранитель есть. И могу вернуться к метро. Так, тут Форд 2 играет. Тут никого нету. Не. Окей. Пробуем. Открыто. Интересно, что же там? Саксон Скверту, Саксон и нас. Я должен на Саксон Скверту. Через Саксон. Ой-ой-ой-ой. А, это ты. А, привет, малыш. Давно тебя не видел. Хочешь поиграть хотите? Дробовико. И еще вот так. Тебе что, пофиг? Ха. Быстренько, даже не уронили. Так, дверь
закрыто вообще, не поломано. А вот тут открыто. Ну и музычка пошла. Не-не-не. Сохранится. Что там сказал? Я должен посмотреть. Карты? Это что я? А, вот я секс авеню. Мне нужно секс and сквер. Или куда? Ой-ой, а вот Хансен Сквер же. Это вообще назад куда-то. Так, ладно. С вами была Flutter616. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. И пока. Здравствуйте, с вами Flutter616. Здравствуйте, с вами Flutter616. Мы просто...